Всем привет, вы на канале Crypto NFT. Сегодня мы получим халявный кроссовок от приложения Aglet. Сможем на халяву зарабатывать токены за инвайт друзей и в целом пользоваться этим приложением и в целом весело проведем время. Это приложение, это аналог Step, но вот примерно так выглядит кроссовок здесь. Чтобы воспользоваться приложением, его нужно всего лишь скачать, зарегистрироваться, зарегать персонажа, получить кроссовок и играть. Каких-то вложений от нас не требуется. К сожалению, в России скачать нельзя, но при этом, как в гайдике, по свиткоин на iPhone можно скачать, если поменять регион. Смотрите, как менять регион в гайдике справа сверху. Либо скачайте ПК-файл. Ссылка на ПК-файл есть в нашем телеграм-канале. Пост будет от 11 мая в 2 часа ночи. По Москве в час ночи. Здесь нажимаем на кнопочку АПК. Нас перекидывает на сайт. Здесь нажимаем «Скачать» и ждем, пока загрузится. Если потребуются какие-то разрешения на загрузку и установку, то подтверждаем. Так вот, приложение скачалось. Сейчас мы его запустим, установим. Пока приложение устанавливается, напомню, что буквально пару минут назад вышел обзорчик, как получать халявные токены в приложении Step. Это тоже аналог Step, но тоже там Move to Earn, все дела. Тоже без вложений, просто нужно зарегаться, ввести свою почту и получать 10 токенов в день. Смотрите видео по подсказке справа сверху. А приложение уже установилось, мы его открываем. Нажимаем Get Start. Тут нажимаем Next, если хотим читаем. Нажимаем Let's Go. Здесь нам нужно выбрать наш кроссовок. Если нажмем, внизу будет какое-то описание. Я так понял, вот этот кроссовок наиболее оптимальный. Я беру его. Нажимаем Yes. Немножечко ждем. Нажимаем несколько раз, чтобы открыть коробку. Фликаем, то есть проводим вверх, вправо, вниз, куда хотите. Опять же, немножко ждем. Нажимаем Next. Дальше нам нужно скрафтить нашего аватара. Слева есть очень прикольная кнопочка с кубиками. С помощью нее как раз-таки я создал аватара, чтобы не париться. Ну, вот такой выглядит довольно неплохо. Нажимаем галочку справа сверху. Нажимаем Got It. Нажимаем там все подтверждаем. Нажимаем галочку. Входим через Google. На каком-то этапе регистрации нас попросят ввести реф-код. Если что, вот он. Можете его копировать, вставлять. Возможно, в дальнейшем будут какие-то бонусы. Так как я уже регался, он мне пишет, что Oh shit, I'm sorry. Я вас больше не пущу. Я нажимаю Already have account. Синхронизируюсь через Google. Теперь нас приложение запрашивает местоположение, там также он попросит нас контролировать зарядку, контролировать автозапуск и так далее. Так как я приложением сейчас пользоваться не планирую, то есть мне интересна именно регистрация, сам факт того, что у меня будет персонаж, а также чтобы я мог получать за рефералку какие-то токены, поэтому мне это сейчас не нужно, я все это пропускаю. Если хотите, можете все настроить и пользоваться. Я сейчас фокусируюсь на приложении Sweetcoin, обзорчик уже, по-моему, была уведомляшка, так что на канале ищите, очень прикольное приложение, я гуляю с ним. В принципе, на этом все, также по уведомляшке справа сверху смотрите прошлый обзор, если остались вопросы, пишите в комментарии. Ссылка на телеграм есть, как всегда, в описании канала. Всем удачи и всем пока!